Чтобы не пропустить новое видео, подпишись на мой канал. Итак, всем привет, дорогие друзья, и тут у нас такая новость. Yumi анонсирует новый смартфон и дарит скидку в 30 баксов на предзаказ. Итак, поехали. Кстати, ссылка на товар у меня в описании, так что заходите, делайте заказы, смотрите на товар. Магазин, кстати, проверенный, Black Peak, работает уже давно, заказов немерено, так что поехали. Начало сентября выдалось крайне насыщенным на анонсы. Побороться за внимание покупателей решила и компания Yumi, представившая миру доступный флагман Plus. Аппарат выполнен в тонком корпусе из авиационного алюминия 6000 серии, который отличается своей прочностью и в то же время легкостью. Всю переднюю панель покрывает закаленное стекло 2,5D. Стекло с закругленными боками и краями, под которым разместился 5,5-дюймовый дисплей производства Sharp с тонкими боковыми рамками. Под экраном находится 360-градусный сканер отпечатка пальцев Touch ID 2.1, срабатывающий всего за 0,1 секунды. Кнопки включения и регулировки громкости разместились на правом торце, а с противоположной стороны находится дополнительная кнопка, предназначенная для быстрого запуска избранных приложений. Снизу расположился универсальный разъем USB Type-C, позволяющий вставлять кабель любой стороной. Не забыл производитель и про стандартный 3.5 аудиовыход для наушников, который можно найти в верхнем торце. За съемку фото и видео в новинке отвечает 13-мегапиксельная основная камера с сенсором Samsung 3L8. Система фазовой фокусировки позволяет наводиться на объекты всего за 0,1 секунду, а сам снимок делается мгновенно, с нулевой задержкой. Это, кстати, очень хорошо. Для любителей фотографий в жанре селфи предусмотрен 5-мегапиксельный сенсор Galaxy Core GC5005. Технические характеристики Yumi Plus. 5,5-дюймовый дисплей от Sharp с разрешением Full HD, 8-ядерный процессор MediaTek Helio P10, графический ускоритель T860, 4 гигабайта оперативной памяти, 32 гигабайта встроенной памяти, поддержка карт памяти microSD до 256 гигабайт, 13-мегапиксельная основная камера, 5-мегапиксельная фронтальная камера, сканер отпечатка пальцев, выделенный аут-чип, разъем USB Type-C, аккумулятор емкостью 4000 мАч с поддержкой технологии быстрой зарядки, 2 слота для сим-карт, поддержка 4G LTE. Поставляться Yumi Plus будет в необычной упаковке. Такая вот заметочка. Розничная стоимость Yumi Plus составляет $250, но во время предпродажного периода, который стартует 7 сентября, его можно заказать со скидкой в 30 баксов. Кроме этого, Yumi разыграет один смартфон среди пользователей. Для участия в акции необходимо до 30 сентября зарегистрировать свой адрес электронной почты на официальном сайте и указать, какая из особенностей Yumi Plus вам понравилось больше всего. Поделитесь этим делом в соцсетях и так далее. Ну, в общем, там ерунда, короче, все эти, блин, розыгрыши, потому что там уже 11 тысяч человек насобиралось, и, блин, один телефон на всю толпу. Вот хотя бы там десяток, я не знаю, или два десятка не разыгрывали, вот было бы круто. А так, блин, как-то не очень прикольно. Ну, в общем, вот такие вот у нас новости, ребятки. Понравилось видео, ставим лайки, подписываемся на канал. Всем пока! Понравилось видео, ставь палец вверх и подписывайся на канал.